рада всех видеть на своем канале. И сегодня я хочу показать вам пробник сыворотки от корейского бренда Sulvasu. Сыворотка из серии Goa. Это активная сыворотка для ухода за возрастной кожей. На обратной стороне пробника информация на языке производителя, объем не указан. Имеется информация о сроке использования. Серия Goa создана для женщин в возрасте от 45 лет, находящихся в периоде менопаузы или имеющих наличие ранних активных признаков гормонального старения. Сочетание фитогормонов и медицинские разработки влияют на активность эластазы, снижая уровень разрушения эластина и коллагена, свойственное этому возрасту, а также возвращает коже эластичность, наполняет упругостью и сиянием. Производитель особо настаивает на 6-недельном курсе для ярко выраженной эффективности данного средства. Почему? Объясняю. Потому что период обновления клеток составляет от 28 дней для молодой кожи и до 130 дней для возрастных клеток кожи. Поэтому незаконченный курс, длящийся менее 6 недель, не даст особенного результата из-за неполного обновления клеток эпидермиса. Текстура данной сыворотки прозрачная, чем-то напоминает гель. Она немного текучая в капле, имеет яркий травянистый аромат с небольшой горчинкой. Распределяется по коже очень легко, приятно. После использования кожа максимально увлажнена, упруга и лишена ощущения сухости и стянутости. А при регулярном использовании эффективность этого средства возрастает. И кожа начинает светиться здоровьем и пребывать в тонусе. Сразу после нанесения ощущается небольшая липкость, которая спустя 10-15 минут проходит. После ампулы производитель рекомендует использовать крем из данной серии. О креме я расскажу немножко позже в другом выпуске. Данные ампулы хорошо подходят для использования под альгинатные маски. Goa ампула – это средство ударного характера, не для постоянного использования, а только для кратковременного активного курса. Лучше использовать в комплексе с кремами из этой же серии. Эта ампула идеальна для симптомов потухшей кожи, потери эластичности, легкого провисания, увеличения пигментации и очень эффективна при чувстве сухости и стянутости. Данный продукт уже снят с производства, но иногда встречается в продаже в пробниках. Поэтому, если вы хотите его протестировать, вам лучше не откладывать это надолго. Ну а мой обзор на этом завершен. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске.